Перед празднованием Дня народного единства в Сургуте провели 7-й окружной молодежный фестиваль национальных культур «Мы единый народ». Участники смогли познакомиться с бытом, культурой народов России, а также отведать блюда национальной кухни. Добавлю, в России проживают представители 195 национальностей. Югра также является многонациональным округом. Здесь проживают представители более 120 национальностей. О некоторых из них расскажет Елена Каткова. Этот зажигательный таджикский танец исполнили студенты. Его сургутяне репетировали целый месяц. Но не только репетировали, а еще учились готовить национальные таджикские блюда. Все для того, чтобы познакомить югорчан с культурой и традициями далекой азиатской страны. Для нас было удивительно то, что плов – это самое такое распространенное национальное блюдо. Там очень часто применяют орехи, сухофрукты и тому подобное. То есть на столе у нас не должно быть пустого места никогда. У нас все пустые места занимаются сухофруктами, орехами. Молодежный фестиваль национальных культур проходит в Сургуте 7-й год подряд. Студенты в шутку называют его вкусным, потому что это настоящий пир. Изучают культуру, быт, обряды, кухню данной народности. Студенты, не являющиеся белорусами, да, представляли культуру и рассказывали о том, что полночи они готовили белорусские блюда и открыли для себя что-то новое. В этот раз на фестивале студенты рассказали о 13 национальностях, среди которых русская, грузинская, таджикская, молдавская, азербайджанская и другие культуры. Фестиваль по задумке организаторов – это площадка не только для знакомства с культурой разных народов. Здесь наглядно показывают, что такое толерантность и уважительное отношение к ближнему, неважно какой национальности. Елена Каткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут.